Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы рассказать о таком объекте во Вселенной, как сверхновая. Очень интересный объект. Сверхновая. Смерть и перерождение. Звезды как люди, они живут и умирают. Когда для ядерной реакции не хватает топлива, звезда становится нестабильной. Ее ядро раскалывается, и смертоносная энергия вырывается наружу. Смерть звезды – необыкновенное и очень опасное зрелище. На многие миллионы километров пространства выбрасываются верхние слои звезды и радиация. Выбросы смертельных частиц уничтожили бы все живое на своем пути. Если бы взрыв звезды был относительно недалеко от Земли, мы бы не смогли пережить катастрофические последствия влияния радиации на живые существа. Но во Вселенной ничто не пропадает даром. В этом хаосе есть порядок. Во время взрыва сверхновой звезды образуются новые химические элементы. Эти частицы – строительный материал для новых форм жизни. Кальций в наших костях, железо в крови, воздух в легких – это элементы когда-то умершей звезды, смерть которой подарила жизнь новым формам обитания.